Вы слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну и как мы уже анонсировали в последней части «Утро на Болткоме», мы обычно всегда говорим о таких околокультурных мероприятиях, интересных инициативах. Ну и сегодня мы хотели поговорить о том, как же живет танцпол, что происходит в мире музыки танцевальной. И с нами вот на прямой связи по Зуму диджей X Da Bass в миру Марек Дайнис. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро всем. Может быть, несколько слов о том, как происходило вот эти полтора последних года жизнь диджеев, насколько было сложно, учитывая, что массовые мероприятия невозможно было проводить, проводились ли они там на открытом воздухе, когда начались послабления, вообще как это все сейчас происходит? Ну, если честно, это время было довольно таким тугим для меня. Мероприятий почти не было, и надо было думать, что делать. И мы придумали, что есть и другие вещи, чем заняться, пока я не могу выступать. И мы сделали новый бизнес. Я сейчас копчу курочки и рыбу, и предлагаю друзьям, и все получается, все хорошо. Но есть какая-то альтернатива. Если не могу выступать, тогда хотя бы как-то так делать. Но новые песни сделали в это время, пока не смогли выступать и должны были сидеть дома. И плюс научился играть барабаны. А это для души или в каком-нибудь музыкальном проекте? Для участия? Это будет, скоро будет новый X Da Bass, который подыгрывает сам себе в сетах на дигитальных барабанах. То есть это будет такая фишка диджейская, где диджей не только крутит пластинки, но еще играет на барабанах? Да. Это будет что-то новое. Так что еще готовлюсь. Думаю, что у меня еще вся зима впереди, и думаю, что... Я немножко дополнил. Вся третья волна впереди. Ну да. Вот как раз третья волна будет. Буду сидеть дома и отшлифовать все четко, нюансы, и тогда вот весной сыграем. Вот, с перекусом на курочку. Да уж. Ну, так, в принципе, можно жить, а что? Нет, но получается, что, Марк, вы практически полностью выполнили, как сказать, советы нашего премьер-министра, который говорит, что вот меняйте профессию, тогда нужно, раз не получается так, что ищите что-то другое, то есть... Ну, это не менять профессии, но подстраиваться к ситуации. А была какая-то помощь от государства все-таки? Вот, ну, те, кто... Да. Был Culture Capital Fund, помогал артистам, была возможность получить какие-то деньги, я тоже получил. Ну, но это все равно не компенсирует то, что я не могу выступать, и то, что я потерял очень-очень много мероприятий, особенно когда начался весь этот ковид. У меня лето было очень-очень хорошим, планировалось, и закончилось ничем, как мы знаем. Но сейчас вот на свежем воздухе, на открытом пространстве можно проводить мероприятия такого рода, ну вот как дискотеки какие-то танцевальные? Ну, есть какие-то мероприятия, мы тоже вот участвовали, как раз Thrilla Project были на празднике города Резекне, выступали перед группой Музик, там был концерт у озера, где люди, которые вакцинированы, могли приезжать на своих лодках и слушать концерт. Такая одна идея была, и был как ведущий на празднике Венспилса тоже, в клубах немножко выступал, но сейчас тоже с клубами, ну так... Если было бы побольше народа, которые вакцинировались бы, тогда было бы получше. Но это как каждого выбор, делать это и не делать. Я вакцинирован, потому что у меня не было других вариантов. Если я хочу выступать как артист, тогда я должен быть вакцинирован. То есть получается, что сейчас очень много зависит все-таки от сознания людей, которые, если они идут вакцинироваться, то тогда получается больше аудитории и больше работы для музыкантов. Ну да, по идее, да, так и есть, но мы знаем, как у нас сейчас все происходит. Да, есть, которые говорят, да, окей, хорошо, делаем. Есть, которые говорят, не-не, я никогда не буду вакцинироваться. Ну, это выбор каждого.
Ну, а если уж мы говорим на такие серьезные темы, как вакцинация и государственная политика, и помощь, и различные изменения, на вас как-то отразилось налоговые изменения вот эти для самозанятых лиц? Конечно, конечно. Да, конечно, отразилось, но есть как есть, что мы можем делать, как умные ребята придумали, так наверное, надо делать. Но, ну, ваши коллеги, конечно, например, там записали ролик, обратились с открытым письмом и подписи собирают за отмену этих норм. Вы участвуете в этом движении? Если честно, тогда сейчас нет, но если кто-то предложит подписаться, я думаю, что я сделаю это, да. Угу, то есть... просто, как говорится, как на русском сказать, непеты и дзиляки, не знаю. Как. Ну да, да, не изучал вопрос глубже. Да, не изучал вот поглубже этот вопрос, да. Угу. Но сами эти изменения, они усложняют жизнь артистам? Не, ну конечно, угу. Любые такие ограничения усложняют артистам жизнь. Ну, что поделаешь, как есть, так есть. Потому я нашел другое занятие на это время, пока не могу делать то, что я люблю и умею лучше. И все, ну, как-то проживем. Я надеюсь, что не будет еще четвертая, пятая, седьмая волна, но тогда я не знаю, что делать. Марик, а ну вот вы говорите, да, нашел занятие, там вся эта копченая рыба и курица. Почему именно это? Почему копчение? Это откуда-то из детства, там, я не знаю, предположу, лето у бабушки в деревне? Да нет, просто вкусно, ну попробуйте. Где можно взять вашу курицу? Думали, что, ну, почему не попробовать, потому что сами кушаем и думали, что, ну, наверное, можем сделать лучше. Ну и все получилось, как планировали. Где продается-то ваше копчение? Ну, я пока только друзьям и своим предлагаю. Угу. Эксклюзивные заказы. Документы сейчас тоже официальные, в принципе, уже оформили, так что будем и на ярмарке ездить когда-то. А как сочиняются песни? То есть, вот какую часть, можно сказать, вот диджей берет от какого-нибудь, ну, музыканта, что он добавляет, вот как сочиняются они лично или в сотрудничестве, в сотрудничестве с другими музыкантами? Ну, у меня очень хорошая команда, я не один делаю песни, у меня есть отличные ребята, которые помогают, и отбираем вокалисты, и думаем мелодии, и тогда тот, который поет, обычно делает текст. Ну, там как каждый добавляет какие-то свои идеи, и так получается трек. Ну, как раз вот наша новая песня или дебютный сингл «Three Live Project» тоже командная работа. Там помогали ребята «Слабо Эрекс Студия» и диджей Резарин, и вокалистка у нас хорошая. Ну, как-то так работаем, да. И делаем новые песни. Сейчас во время ковида, по-моему, вышли 2 или 3 новые песни от «Экстабейса». А что, почему важно все-таки для диджея создавать что-то самому? То есть не крутить пластинки других исполнителей, а создавать самому? Это просто, ну, я просто объясню вопрос. Это лично для себя, это повышает статус или что-то, может быть, другое? Это просто уже другой уровень. Когда ты уже, как диджей, уже достиг чего-то, это уже следующий уровень. Если ты хочешь продолжать это делать и уже... в уровне повыше, тогда делать свои песни – это нужная вещь, и ты вложишь свои какие-то эмоции, ощущения, и как ты видишь, как раз в этом времени должна звучать танцевальная музыка, и все это как кубик-рубик составляется вместе, и делается песня, делается видеоклип, как у нас сейчас новые песни. И, ну, работаем. А сколько новых, ну, сколько вообще своих личных песен уже сделано за карьеру? Если честно, я не считал, но довольно много. Там еще идут и ремиксы, и еще есть всякие проекты, где я тоже помогал, но если сейчас так по-быстрому, я думаю, что каких-то песен, ну, и ремиксов вместе 30, может быть, больше. Ну, в принципе, за каждый год 1-2 трека выходит, плюс-минус.
Если говорить вот конкретно про проект Three Light Project и про композицию You, которую вот мы скоро послушаем, кто делал клип на эту песню, как создавался этот проект? Ну, Three Light Project – это проект, где выступает диджей вместе с трампетистом и с перкуссионистом. Изначально мы этот проект сделали как такой шоу-проект для мероприятий, для фестивалей, для клубов. Но потом поняли, что мы уже достигли вот какой-то уровень свой, и надо уже думать насчет своей песни. Ну вот, и так родилась эта песня «You». Вокалистка у нас Алиса Хайема, девушка, которая участвовала в X-Factory, тоже в Латвии. Довольно знаменитая, молодая певица. Но такой вокал, как в этой песне, она так, такой вы ее никогда еще не слышали. Она совсем там иначе поет, как она поет повседневно. И придумали, что ну, время есть сейчас, есть хорошие креативные люди и хорошая команда, и надо сделать видеоклип. И клип делал DJ Dwin или Dwin Videos. И этот клип интересен с тем, что он заснят на дронах. В принципе, там 95% дронов, и есть посложнее спортивные дроны, есть немножко попроще. Но я думаю, что результат получился очень хорошим, потому что бюджет не был большим. И просто креативные люди знают, как сделать, знают, что хотят. И я думаю, что результат очень хороший. Одна газета как раз недавно писала ревью о песне и написала, что ну, эта песня не выглядит на эти деньги, за которые она сделана. Так что, ну, креатив. Как раз мне очень понравился действительно вот этот трампетист, соло такой на трубе, оно очень заводит, мне кажется, на танцполах должны люди очень реагировать бурно. Она уже звучала где-то, была вот реакция простых людей? Да-да-да, вот как раз люди, которые этот трек послушали там пару раз, у них вот в голове остается та-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 та, этот трампетист как раз, это его сольная фишка. И да-да-да, мы уже играли на мероприятиях, люди уже знают трек, даже те, которым я посылал этот трек послушать, они вот, была одна дама, которая не послушала, она говорит, о, ваша новая песня, бомба, я говорил, я же тебе там 2 недели назад на Фейсбуке посылал, ты не послушала, вот не послушала, сейчас слышу. Вот. Так и получилось, но трек, я думаю, что классный, пойдет хорошо, лето еще не закончилось, у нас еще месяц остался как минимум. Да, надо было, по-моему, еще, там, не знаю, месяц назад выпускать, когда было очень жарко, и пляжные вечеринки и так далее, но ребята играют, я как раз диджеям недавно отправил, и радиостанциям в мире отправил, так что, ну, посмотрим. Сейчас пока отзывы очень хорошие, и в России песня хорошо сейчас звучит, первые 2 недели уже хорошие цифры, ну, посмотрим, что будет дальше. То есть получается, что трек, как раз-таки записанный на английском языке, он имеет все шансы выйти за пределы Латвии и стать таким международным хитом? Ну, в принципе, да. Ну, последнее время, последние пару лет, я считаю, что ну, я так и делаю, что мы делаем только треки на английском языке, потому что ну, надо думать больше. Надо думать больше. Латвия – это все хорошо, но... Хотелось бы и себя больше проявить на мирном рынке. И что-то получается. Маленько что-то получается. Ну, по-моему, самое время на латвийской радиостанции все-таки запустить этот трек. Да, спасибо большое. Огромное спасибо, Марек. Удачи, всего доброго. До свидания. Да, спасибо. Пока. Пока. Радио Болткома.